Это уже традиционное событие ежегодное, которое проходит в ноябре. В этом году 4-й термальный сезон. Сразу анонсируем, что в следующем году мы будем открывать юбилейный 5-й термальный сезон. А в этом году у нас традиционная программа на термальных комплексах, которые предоставляют обширный спектр услуг. В этом году 9 горячих источников предоставили свои интересные программы интерактивные. Праздничное открытие термального сезона продлится с 4 ноября по 3 декабря. Каждые выходные в разных локациях, в разных термах можно будет посещать на условиях акционных, скидки, различные развлекательные программы, аквагрим, акваэробика, работа ведущих, дегустация минеральной воды, сибирских чаев и так далее, и так далее. Сегодня на территории Тюменской области порядка 21 термальный комплекс, которые у нас расположены как в санаториях, так и в загородных локациях и внутри города Тюмени с разным ассортиментом услуг, которые сегодня предоставляются гостям. Эти термальные комплексы работают и, так скажем, в условиях круглогодичного режима. Это очень важно на сегодняшний день. Это востребованная, так скажем, услуга в течение всего года. Очень много модернизировалось в этом году. Это и экопарк «Тайга», и источник «Тюменский», и термальный курорт «Лето-лето», и санаторий «Сибирь». То есть каждый термальный комплекс проводит какие-то улучшения внутри, которые направлены на более комфортное, более безопасное пребывание гостей.